Мы с вами находимся недалеко от микрорайона Кучино, города Железнодорожный. А ранее здесь находилось село Соколово и деревня Кучино. Широкую известность эти места получили как имение Рябушинских. Хотя еще за 400 лет до Рябушинских здесь кипела усадебная жизнь. Но все, что дошло до нас, это остатки конюшни, построенную архитектором Тюбо в 1830-х годах по заказу тогдашнего владельца усадьбы Рюмина. Астрофизическая лаборатория – это далеко не все, что здесь размещалось. Но изначально это были комфортабельные конюшни. Хорошо видны остатки петель, видно кладка, которую заложили проемы ворот. И сейчас здесь живут, правильно, люди. И как обычно, в таких местах живет один очень бдительный человек, который не даст спуску никому чужому. Ну хорошо, что человек, а не злая собака. Скажите, а где табличка, сказали где-то, стеклянная табличка? Какая стеклянная? Ну, про обсерваторию. А вам зачем? Ну, просто снять хочу. А почему вообще вы тут фотографируете? Кто вы такой? Я человек. А почему нельзя фотографировать? От чего ради? А почему нет? А ни к чему это? Это ж не закрытая территория. Государственное учреждение. Ну, какое оно государственное учреждение? Таковое. Да? И вы сейчас на работе? И наша частная жизнь. Вот, а я в вашу частную жизнь. Я в вашу частную жизнь не лезу. Вы будете с фотоаппаратами фотографировать все подряд. Да? Совершенно верно. Куда? Никуда. И что вам тут надо? Смотрю. А мне не нужны ценности. Да, и тут живут люди. К слову, насчет ценностей женщина явно не права. С 2019 года это памятник регионального значения. И хочется верить, что он будет восстановлен.